Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике я хочу сделать обзор транспондера Автодор. Данный транспондер предназначен для оплаты проезда на платных участках автомобильных дорог М1, М3, М4 и М11. Ну, так скажем, чтобы не возиться с мелочью в пунктах оплаты, да, я приобрел такой транспондер, чтобы просто проезжать, не останавливаясь. Это, на мой взгляд, очень удобно. И к тому же там действует скидка от 20 до 50, по-моему, процентов. Сам я, конечно, еще не пробовал, не ездил, так вот только купил ее, она только запечатанная в коробке. Вот, но в следующих роликах я, скорее всего, продемонстрирую, посмотрим, как она работает, вот, как функционирует. Ну что, давайте распечатаем ее и посмотрим комплектацию. Также потом зарегистрируем это устройство. Зарегистрируем это устройство в интернете на сайте, да? И в следующих роликах я буду тестировать, смотреть, как она работает. Поехали. Так. Короче, давайте посмотрим на коробке, на обратной стороне коробки. Так, на передней стороне не забудьте пополнить счет. На обратной стороне написано: шаг первый. Установите устройство в салоне транспортного средства по инструкции. Пополните лицевой счет на сумму оплаты вашей планируемой поездки. Проезд будет возможен от 30 минут до 2 часов в зависимости от способа пополнения. То есть, видать, какие-то могут быть задержки, я так понимаю. Ну, давайте откроем, посмотрим, что же нас ждет там внутри. Инструкция. Инструкция. Дын-дын-дын-дын-дын. Установка. Расширенная гарантия. Так. Так, и здесь пополнение лицевого счета. Все расписано, как оно все делается. Пополнение через сервис, вижу, сразу Сбербанк. Пополнение на АЗС, Лукойл. Так, ну это потом будем сейчас разбираться, как это все. Инструкция есть. Дальше. Салфеткой, видать, стекло протирать. Ага. Сам транспондер Автодор. Ну и все, давайте перейдем домой и дома на компьютере зарегистрируем это устройство, после чего будем тестировать. Погнали. Итак, дамы и господа, давайте попробуем зарегистрировать Автодор на сайте, ну или в приложении. Зайдем в Play Market. Тут на коробке есть QR-код. Написано: скачивайте мобильное приложение Автодор. Используйте все возможности. Так. Где у нас здесь QR-код? Сканировать можно. Нету. Короче, напишем просто Автодор. Да, вон она вылезла. Автодор. Устанавливаем. Приложение установилось. Открываем его. И нас встречает... Нас встречает менюшка. Личный кабинет. Заходим. Авторизация.
здесь «Войти» либо «Зарегистрироваться». Нажимаем «Зарегистрироваться». Здесь у нас «Введите ваше имя» написано, «Введите ваше отчество», «Фамилию», «E-mail», «Пароль», «Повторите пароль». Так, прописываем. Продолжаем регистрацию. То есть у меня вот здесь не получилось зарегистрироваться. Написана была ошибка. И тут я увидел такую штуку, что здесь написано, эта версия больше не поддерживается. Установить новую. Вот, надо устанавливать новую. Походу, чтобы все, чтобы работало. Так, устанавливаем новую и продолжаем регистрацию. Автодор установилась. Открываем. Так, разрешить приложению Автодор доступ к данным о местоположении устройства. Разрешаем. Смотрим. Войти. Менюшка уже изменилась. Так. Нажимаем регистрация. Вот, уже здесь с номером телефона. Вот это уже более подходящая регистрация. Пробую вводить все и смотрим, что дальше получится. После номера телефона в следующем окне я ввел почту электронную и пароль придумал. После этого открылась такая менюшка, в ней нужно вот в этой графе ввести номер самого устройства и номер лицевого счета, после чего согласиться и перейти на следующий экран, что сейчас я и сделаю. После заполнения номера устройства и номера договора, который приклеен вот на этой бумажке к устройству, мы перешли на следующее окно, в котором нужно написать фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта, дата выдачи. Ну что, я записываю эти данные и переходим к следующему окну. Смотрим, что у нас дальше. Перешел к следующему окну, и здесь нужно вписать индекс, населенный пункт и адрес, место проживания из паспорта. Делаем и переходим к следующему. Вот я и завершил регистрацию устройства. Останется только закинуть туда денежки, как я понимаю, и пользоваться устройством. Ну да, и конечно, его нужно закрепить на лобовом стекле автомобиля, что мы сейчас и сделаем. Пойдем и прикрепим к стеклу автомобиля. Итак, приступим к установке транспондера Автодора на лобовое стекло автомобиля. В комплекте есть такая салфеточка. Салфеточка нужна для того, чтобы протереть лобовое стекло вместе установки. Как рекомендует производитель, транспондер нужно устанавливать вот в этом месте на лобовом стекле легкового автомобиля. Так, вот здесь, в этом месте. Если примерить его, то вот так вот он хорошо здесь установится. Протираем это место салфеточкой, вот этой салфеточкой, и клеим. Ну все, я думаю, этого достаточно. Теперь берем, приклеиваем сам транспондер. Да, его можно так снимать и
вставить обратно. Ну все, установка завершена. На этом я завершаю свой обзор. Кому он был полезен и понравился, обязательно поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч, увидимся в следующих роликах. Пока!